Устроить детский праздник весело и со вкусом могут не все. Что придумать для развлечения малышей? Этим вопросом наверняка часто задаются родители. Итак, секреты хорошего детского праздника. Первое. Дети очень подвижны и активны. Если вы не хотите, чтобы в вашем доме устроили кавардак, перенесите праздник в кафе. Второе. Чтобы малыши не скучали, доверьте организацию профессионалу. На детском празднике в комплексе «Экотель» мы стали свидетелями очень насыщенной программы. Веселью не было конца. Для девочек и мальчиков от 4 лет очень ярким событием станет настоящий клоун. Игры в кругу друзей – лучшее развлечение для малышей. Главное, что есть куда потратить неистощимую энергию. Очень важный элемент любого праздника – воздушные шарики. Вы знаете, почему дети их так любят? Незамысловатая игрушка заключает в себе всю силу детства, с его умением радоваться малому, удивляться новому, фантазировать и мечтать. И, конечно, потому, что они разноцветные, разные формы и создают атмосферу праздника в любой ситуации. Еще один вариант для праздника – боулинг. Мы привыкли, что в него играют только взрослые, но это ошибка. Детям тоже нравится сбивать кегли. Во-первых, каждому ребенку нравится подражать родителям. Если он видел, как вы играете в боулинг, то ему всегда тоже очень хотелось попробовать. Такое развлечение – лучший способ развить в малыше чувство уверенности, потому что он уже совсем взрослый и может делать то же, что и мама с папой. Боулинг – не только веселая игра, но и очень полезная, потому что развивает силу, меткость и ловкость. Освоить игру можно очень быстро, а вот для того, чтобы сделать страйк, придется попотеть. Зато сколько радости у ребенка, когда его шар попадает в цель. Кстати, вы знаете, что боулингу как минимум 7000 лет. Шары и кегли археологи обнаружили в Египте. Столько лет прошло, а игра по-прежнему актуальна. Наши маленькие герои в комплексе «Экотель» катались на сказочном волшебном паровозике, который возил их по всевозможным приключениям и развлечениям. Из боулинга ребята отправились в ресторан, на дискотеку. Знаете, что заставит улыбаться даже самого стеснительного малыша? Музыка и мыльные пузыри. Дискотека для детей – это настоящий праздник. Можно много шуметь и кричать, и никто за это не будет ругаться. Двигаться под зажигательный ритм любят абсолютно все. Кстати, когда наблюдаешь за тем, как малыши танцуют, очень сложно устоять на месте. Они делают это так весело, что и сам начинаешь пританцовывать. Очень много радости приносят детям мыльные пузыри. Счастью, их нет предела. Мыльные пузыри переливаются всеми цветами радуги. Они красивые, воздушные, разлетаются в разные стороны. Мы наблюдали за малышами больше 20 минут. Им совершенно не надоедало их ловить. Если дети танцевать не умеют, не беда. Простым движением их обучают клоуны. Когда малыши устают просто двигаться под музыку, начинаются игры. Здесь веселье еще больше. Конечно, после таких игр очень важно как следует подкрепиться. Для детского стола лучше всего подходит простая еда, которую любят все, например, пицца и мороженое. Выбирать что-то изысканное не стоит. Многие малыши не любят те или иные продукты, а ведь нам важно, чтобы никто не остался голодным. Мне понравилась вечеринка с мыльными пузырями. Пицца была очень вкусная. Вот. И боулинг понравился. Это был невероятный праздник. Тебе весело было? Очень. Хорошо. А тебе весело было? На десерт сказочное представление, участниками которого стали и ребята. В гости к детям пришла волшебница Вригнильда, которая умеет читать мысли. Ребята тут же начали проверять ее способности, загадывая мысленно разные цвета. Когда у солидной дамы ничего не получилось, она принялась ловить непосед. Вышло много шуму, крику и радости. Секрет совсем простой. Разговаривать с детьми на одном языке. Главное, когда ты честен с ребенком, ребенок все чувствует. Когда ты ему врешь, когда ты одеваешь маски. Если ты не веришь в то, что ты делаешь, ребенок тоже тебе никогда не поверит. Ну, в общем, секрет отличного настроения детей в том, чтобы сам ведущий, сам персонаж получал удовольствие от общения с детьми непосредственно. Чтобы он рассказывал им о волшебстве, чтобы он говорил им о добре, о чем, наверное, уже не говорят по телевизору и, может быть, даже забывают сказать в школе. Еще один гость – французский повар, который ест много сладкого. Он проверял, умеют ли малыши чистить зубы, а еще учил их делать массовые обнимашки. Много-много радости в этот день было у героев нашей программы. А помогла детям веселиться в комплексе отдыха и котель фирма «Праздник», которая занимается организацией детских вечеринок с 2002 года.
Нет ничего печальнее на свете, чем малыш, который скучает в собственный день рождения. Фирма «Праздник» этого не допустит. Мы знаем секрет хорошего настроения у детей. Программы для разного возраста, дни рождения, утренники и выпускные. С нами у детей точно будет праздник. Устроить любое торжество можно в комплексе отдыха «Экотель». У нас есть несколько уютных залов, каждый из которых создаст необходимое настроение. Ресторан порадует вас не только интерьерами, но и вкусными блюдами. А каминный зал согреет теплом домашнего уюта. Зал боулинга подарит веселый вечер в кругу друзей. Комплекс отдыха «Экотель». Ваше настроение – наша работа.